Вікторія Халілова – флорист, декоратор, дизайнер та просто чудова і дуже талановита людина. День Вікторії починається незвично рано для багатьох з нас. Вже о 5:30 і все це для того, щоб займатися улюбленою справою. Кожен день Віка відкриває двері своєї студії і починається справжня магія. Вона творить дива зі своїми дітками, так вона називає квіти. Вона займається флористикою вже не один рік поспіль. Это было очень много лет назад, я попробовала себя флористом, у меня первые полгода вообще ничего не получалось. Я думала, что ну, не получится, это не мое, что это не моя профессия, но как-то в один момент немножечко я чувствую, что идут похвалы от клиентов, что у меня получается, и это меня зарядило и зажгло. Мне захотелось еще больше, я захотела стать настоящим флористом. Когда нет знаний во флористике, очень тяжело. Это сталкиваешься в работе уже, и ты понимаешь, что это не получается, поэтому очень важны знания. То есть это интернет, это какие-то курсы обязательно нужно проходить, ездить на семинары, чтобы эти знания всегда были. Они очень важны для флориста, тогда все будет супер. Постійне самовдосконалення та навчання всіх охочих, хто опиняється поряд з Вікою. Тепер вже у її власній студії флористики. Я очень долго готовилась, наверное, 3 года вынашивала свою идею открыть свою собственную студию. Я все колебалась, я что-то составляла, какие-то бизнес-планы, думала, гадала. Но когда наступила весна, это после 8 марта, вдруг вот в 11 ночи мне пришла идея. Все, я хочу свою студию. Меня это подтолкнуло, я через месяц открыла уже собственную студию. Творчий шлях Вікторії – найяскравіший приклад, коли хобі поступово стало бізнесом, що окрім естетичного задоволення дає ще й фінансові бонуси. Побувавши в гостях у Вікторії, ми не залишились без святкового майстер-класу від справжнього флориста.